fuck! Alright, should I show you how it's done? Your ass takes up half that court. How long we playing? Okay, baby, it's your training against my natural athleticism. That's your problem, Michael. You look down on hard work. Hellfire. Dick. Oh, I'm gonna make a real mess of you. Move, will ya? Disgusting. Вернуть, ты меня обманываешь. Да я тебя не верну, пошел ты в жопу, кусок дерьма ходячий, а?
definitely not your guy. Okay. The agency have the... Ну, блядь, сдохни, сука! Ой, лох! Дик! Рестлеры не подать, и так дам рестлеры. Почему у тебя рестлеры не упадают? Да ты дурак. What? Look the fuck out! You ain't gonna be walking out of here! Hey, you lame, bro. You asked for... Паша, идем отсюда! Брат, запомни, будь храбрым, будь храбрым! Сам ты дурачок! Слышь, а ну иди сюда! Паша, ты у меня дома. Мне нужно... Стой!
звуки. Я обернулся и увидел того самого злодея. Я только хотел развернуться и дать сигнал хозяину, как тут же получил от бандита резкий удар. От сильной боли я потерял сознание. Да резко встаешь, голова потом может болеть. Не! You guys were killers! Будешь знать, как свой рот открывать, дрищ! Look at you girls in matching colors! Чего? На, получай! Жбай! Жбай! Ребята, да. Что вы делаете? Зачем? Ай, больно, остановитесь! Но, ребята! Ребята! Получи, сопляк! Жидкий ботун, поганый! Где там его мобилка, на которой он копил все лето, а? В кармане вроде! Доставай давай! Побежали, пока местные мусоров не вызвали! Как же больно! Зачем они это сделали? А самое главное, зачем они украли мой телефон? Я зашел домой и сразу же отрубился. When you gonna send out some real gangsters? Come on!
I see is a bunch of cowards. Out of my way. Телефон взял! А ну стой! Вернись! Ну а пока я корчусь от боли...
I come, you prick! Билл побежал к гопникам. А ну не трожьте его! Да я вас сейчас... Sure thing, GB. I can't wait to see TV again. Hooray, I'm alive. Yay, TV, I miss you. О, как люди в Голливуде. Мало, ты что думал, мы тебя забудем, а? На! Oh, give me a break. What's this? Mother. Damn! Вблизи работает, а Гил на РНЖ дамажит. Гил не может быть дубярой и раком. Он открывается вообще одним из самых последних. Слышь, пацан, ну ты уже вообще все рамки перешел? Долбанутый ты, а? Сынок, что здесь сам это? Валяешься, простудишься, вставай. Дерусь, стихи. Пацан! А? Штаны не навалил, фиг с ними с деньгами, главное не побили. Слышь, пацан, а? Никакой я не бандит. Ну а мусор так и так каждый день выношу, только одно вот непонятно. Пацан. А? Вот, так-то гораздо лучше, хоть не жарко. А что если... Теперь понимаю людей, которые ходят босиком, гораздо легче. Ай, блин, чуть ногу не поранил. Я вернулся назад к месту, где выкинул сланцы. Их почему-то здесь уже не было. Интересно. Могу еще раз обидеть. Ты меня обидеть? Ха-ха-ха-ха. Да ты видел, какие у меня банки огромные. Обидеть он меня... Ты уставший, брат. Все ноги ты, блядь, сдохни, сука.
Это дерзкий начал. А ты где был? Я это... Ну, может, ты перегнул, не спорю. Ну что, мне терпеть оскорбления в сторону нас всех? Да сколько же вас здесь? Да немного, пацан. Пришли спасибо тебе сказать за яблочко и минералочку. Ха! Круто, мать!
Извините, вы что-то хотели? Уже ничего. О нет, 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 Bunch of glorified Boy Scouts! I was in the air! Это 285-е видео. Washed it. Здрасте. Привет. У тебя что, видеокамера? Ну да. А показывай. Да не бойся ты, мы тебя не тронем. Да тут запись. Запись начинается. Ну как у этого малого получилось меня побить? Ну а чтобы такого не произошло и с вами, прямо сейчас жмите на эту аннотацию. Смотрите мой новый ролик. Ставьте на него лайк. И делитесь им с друзьями, а также подписывайтесь. Ну, а я пока посижу здесь. И подумаю, как мне отомстить этому наглому шкалеру.
сжал кулаки и пошел на меня. Ну хана тебе, мелкий. Ну че, все? Нет, не все. Ну че там, как тебе, двух разиков-то хватит, сейчас домой побежишь, а? Никуда, я не убегу. А ну-ка скорее, хватит просто. Хотя с ними я уже давно был знаком. Помню, даже драться из-за них начинал учиться. И было это тогда, 1.5 года назад.